Всем привет, Новороссийск! Сегодня я хочу рассказать о жилом комплексе малоэтажной застройки, которая находится в самом центре южного района города Новороссийска. Многие из вас хотят проживать в жилом комплексе, где мало квартир на этаже, где мало подъездов, двор локальный, где нельзя будет попасть посторонним, как людям, так и автомобилям. И чтобы в этом комплексе было индивидуальное отопление. Но при этом еще также в этом комплексе, чтобы сохранялась вся инфраструктура района. И сегодня об этом комплексе мы поговорим. Название его – Пятая авеню. По проспекту Ленина, рядом с гипермаркетом «Магнит», вот он, люди жалуются, что пешеходная дорожка довольно-таки узкая до самого магазина. И также довольно-таки узкое расстояние рядом с остановочным комплексом. Сейчас мы находимся на территории строительства, за забором уже, где проходят сами все работы. Так вот, вот эта вся площадка будет отдана под пешеходную дорожку, где будет выложена тротуарная плитка. И здесь расстояние для перемещения всех жителей города Новороссийска вот в этом районе будет максимально комфортным. При этом сам жилой комплекс будет закрытого типа. Здесь не будет никаких заборов. По первому этажу, цокольному этажу, будут размещаться коммерческие помещения. А вот здесь уже вход в жилой комплекс. Здесь будет заход, а здесь выход. При этом вот эта вся центральная часть, она отдается под лифт для маломобильных групп населения и для молодых родителей с детьми, колясками. Вход здесь будет уже, скажем так, закрыт от свободного прохода, и проход будет через домофон, и будет открываться калитка. Жилой комплекс «Пятая авеню» состоит из 6 литеров. Первый литер уже в том этапе работ, где проводятся облицовочные и фасадные работы. Далее выстраивается второй, третий, четвертый, пятый еще на этапе фундамента и шестой литер. В домах по 2 подъезда, кроме 6 литера, на этаже от 5 до 7 квартир. Сейчас мы находимся с вами на зоне подземного паркинга. Здесь будет выводиться стилобат, на котором будут размещены детские спортивные игровые площадки. Въезд во двор будет закрыт. То есть концепция жилого комплекса – двор без машин. Ну а сейчас давайте немного о коммерческих помещениях поговорим. В Пятом авеню коммерция – это лучшее вложение своих денежных средств, потому что здесь большой поток машин, большое количество людей, рядом гипермаркет «Магнит». И в этих местах, как правило, люди нуждаются в неких салонах красоты, магазинах и различных компаниях, которые предоставляют услуги. Вход в коммерческие помещения будет как такие прямые и через некий тамбур. Пойдемте посмотрим, что внутри. Коммерческие помещения имеют различную планировку и стоимость, поэтому всю дополнительную информацию по приобретению узнавать у менеджеров по этому номеру телефона. Сами коммерческие помещения находятся в полуцокольном этаже, но при всем этом здесь довольно-таки много освещения за счет тех окон, которые предусмотрены. Высота потолков здесь 3,7 метра, поэтому здесь свободно может размещаться как некая танцевальная студия, магазин или сфера услуг. Сейчас мы находимся в подземном паркинге, который будет располагаться под всей внутридворовой территорией жилого комплекса. Сейчас происходит демонтаж опалубки, с помощью которой заливается бетон. Всего парковочных мест именно в подземном паркинге 160 штук, а 70 парковочных мест будет размещаться для гостей жилого комплекса. Сейчас мы находимся как раз на подземном паркинге, и потом в дальнейшем здесь будет установлен стилобат, а со стилобата будет вход в подъездные группы. Сейчас мы находимся рядом с третьим литером. Подъездные группы
выполнен будет в дизайнерском стиле со светодиодным освещением. И вообще в целом жилой комплекс по своему фасаду будет иметь довольно-таки приятное и стильное вечернее освещение. Сейчас мы находимся в первом подъезде первого литера. И здесь наиболее удобно мне вам сейчас показать, из чего состоит фасад жилого комплекса. Фасад дома облицовывается за счет клинкерного и очень дорогого кирпича. Далее во внутри идет утеплитель, минеральная вата и монолитная плита. Но это не по всему дому так происходит. Давайте посмотрим сюда. Здесь идет керамический бутовый кирпич, утеплитель, эструдированный пенополистирол и потом далее идет штукатурка караед. Также в составе фасада дома идет витражное остекление дома, то, что и придает ему еще дополнительно стильный и современный дизайн. Сами подъезды просторные. Здесь будет располагаться колясочная комната помещения в размере 19 квадратных метров. Далее идет этаж с жилыми квартирами, а здесь уже лифтовый холл, в котором находится лестница, ведущая на верхние жилые этажи, и сам грузопассажирский лифт турецкого производства, который является современным, бесшумным и довольно-таки стильным и красивым в своем оформлении. Сам лифтовый холл оформляется по дизайн-проекту. Выходя из лифта, мы попадаем в небольшой холл, после чего проходим в коридор, где находится квартира. Количество квартир от 5 до 7 в зависимости от литера и от подъезда. Здесь устанавливается электрический щит. Сами оформляются в декоративной фактурной штукатурке, а по полу проходит довольно-таки качественная и надежная керамогранитная плитка. Пойдемте посмотрим, что находится в квартирах. В квартирах устанавливаются металлические входные двери. Также в квартирах заведен кабель ВВГ медный с сечением 10 квадратов, который обеспечивает нагрузку в 15 киловатт на каждую квартиру. Также сделаны уже отводы на подключение газовых двухконтурных котлов по отоплению. В квартирах будет индивидуальное газовое отопление от двухконтурного котла. Вы всегда сможете регулировать температуру по теплу в своей квартире и довольно-таки сильно экономить на коммунальных платежах. С помощью также газового двухконтурного котла вы сможете сделать теплые полы по всей квартире, либо установить стандартные обычные панельные радиаторы конвекторного типа, которые в свою очередь обеспечивают хорошо теплом, но у них есть минус, они довольно-таки сильно высушивают воздух. Но это не проблема, можно довольно-таки часто проветривать квартиру. Далее, перегородки в квартире выполняется из керамзитобетонного блока и гипсолитовых плит. Коридор, в котором мы сейчас находимся, 11 квадратных метров. Это в двухкомнатной квартире. Санузел 4,3 квадратных метра. Сейчас вам там нечего мне показать, потому что еще не заведено водоснабжение, не установлены водомеры. Кстати, водомеры на холодную воду будут устанавливаться непосредственно в квартире. Пойдемте посмотрим по комнатам. Сейчас мы с вами в спальне двухкомнатной квартиры, и сразу же бросается в глаза, это гипсовые направляющие, которые выполнили уже штукатурой перед непосредственно штукатуриванием стен. Это как раз и подтверждает их высокий профессионализм, потому что с помощью них быстрее можно штукатурить и довольно-таки качественней. Также по всей квартире выполняется стяжка пола. Установлены металлопластиковые окна Brose Box Aero. Они пятикамерные, как по раме, так и по створке окна. 5 камер дает больше защиты от проникновения холода и отводит конденсат от окон. Также стеклопакет 32-миллиметровый однокамерный. По типу Solar небольшим затемнением, и оно является энергосберегающим. В каждой квартире устанавливается панорамное витражное остекление, что и дает большое количество света в каждой комнате. Мы сейчас с вами находимся в комнате 1857 квадратных метров, это двухкомнатная квартира, 63,23 квадратных метра, ее стоимость составляет 5 миллионов 501 тысячу 10 рублей, стоимость квадратного метра 87 тысяч рублей за квадратный метр. Всю эту информацию получаю с нашего сайта компании Ассоциации застройщиков, на нем вы можете узнать все планировки, остатки по квартирам, стоимость квартир, также описание по жилому комплексу и всю необходимую документацию. Вы часто спрашиваете и просите, чтобы мы показывали различные планировки в наших видео, но мы этого сделать не можем, потому что
Типы планировок большое количество. И если мы будем освещать каждую планировку, то у нас видео займет больше 20 минут. Давайте сейчас посмотрим, какая высота потолков в квартирах без учета стяжки. Ставим лазерный дальномер 2,8 без учета стяжки. Сейчас мы с вами на кухне, и как я ранее говорил, во всем жилом комплексе устанавливаются газовые двухконтурные котлы. Вот примерно в этом месте будет производиться установка. Также устанавливается газовый анализатор и газовый счетчик, по которому вы платите непосредственно за газ, а газ обеспечивает вас теплом и горячим водоснабжением. Здесь также выполняется вывод кабеля под электрическую плиту, которую вы покупаете и устанавливаете самостоятельно. Вот эта розовая стена — это не краска, как вы, может, обратили внимание. Это бетон-контакт, который наносится перед оштукатуриванием на все стены для того, чтобы штукатурка более плотнее цеплялась и держалась непосредственно за стену, чтобы не было никаких пустот, трещин, и чтобы в будущем штукатурка не бухтела. Далее, вот это место выполнено для стояка водоснабжения и также канализации. Это вентиляционная шахта, выполнена из керамического бутового кирпича. Это вытяжная вентиляционная шахта для газового двухконтурного котла. В целях выброса отработанных газов от котла непосредственно уже в атмосферу, которая выходит через крышу дома. Далее, пойдемте на лоджию. Лоджия в двухкомнатной квартире довольно-таки большая, 4,5 квадратных метра. Лоджия выполняется из керамического бутового кирпича, а также витражное остекление. Здесь также имеется помещение, небольшая комната для кондиционеров, для установки их, и непосредственно для слива конденсата кондиционера. Здесь будет установлена решетка, то есть всегда можно будет удобно произвести обслуживание кондиционера, а также его замену. Сейчас производится монтаж съемной опалубки на четвертом литере для залития бетона. В скором времени начнется возводиться пятый литер и шестой. Всего в жилом комплексе 279 квартир. В каждом подъезде устанавливаются накопители воды. Это большой плюс, потому что расход по подъездам, возможно, будет разный на момент отключения воды в городе Новороссийске. И, соответственно, каждый подъезд он будет локальный в отношении всего жилого комплекса по водоснабжению. В каждую квартиру заводится домофон, интернет и телевидение. Также по всему жилому комплексу устанавливается круглосуточное видеонаблюдение. Хочу повториться, что жилой комплекс закрытого типа, двор без машин. Мы сейчас находимся на подземном паркинге, где будет в дальнейшем еще стилобат. На стилобате будут находиться детские, игровые и спортивные площадки, а также зона отдыха для взрослых. А после приобретения квартиры в жилом комплексе 5-я авеню вы получаете от компании Ассоциации застройщиков сертификат на приобретение материалов стоимостью от 60 до 120 тысяч рублей. Всю программу по сертификатам узнавайте на сайте компании Ассоциации застройщиков, ссылка будет здесь. Наш видеообзор на этом подходит к концу. Чтобы не пропустить следующее видео по этапам строительства жилого комплекса 5-я авеню, обязательно поставьте колокольчик, подпишитесь на наш канал. Если вам понравились наши видеообзоры, поддержите нас, поставьте палец вверх. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока!